кусок пота Гвен и ее подруг. Ну ничего, здесь скоро будет витать наш запах. Как круто быть черлидершами! Ну что, девочки, потренируйтесь на славу. Спасибо, мама. Что-то в этом тренировочном зале. У девчонок мало кубков. Ничего, с нашим появлением их здесь будет намного больше. Ну что, девочки, начнем тренировку? Сейчас, девочки, только положу наши счастливые помпоны с соревнований нам на удачу. И здесь нужно прибраться. Так пыльно. Ну что, девочки, начинаем? Вампиры! Сейчас я выпью весь вампир. А ну давай. Давай. Чем бы парни не тешились? Постоянно находит себе какое-то развлечение. Пацаны, а можно с вами сыграть? Нет! Зажали лимонада. А ну вали отсюда. Так, давай. Ай, хорош! Вадим, Пацаны, лимонад еще надо, потому что все не выпьем. Чей есть урус? Пей, Роберт, сейчас. Бросай, все, давай, бросай. Девчонки, вы за кого болеете? Я за команду Джастина. А мы за команду Трэвиса. Я одна не болею ни за кого. Если Грейс увидит эти игры, им попадет. Ага, мы настукачим. Маньячки крутые, маньячки злые, маньячки идут тренироваться. О, пошли в тренировочный зал, а там вампиры. Сейчас там будет шумно. Девчонки, вы помните, какой сегодня день? Предложение пацанов играть в бутылку? Да, и что вы решили? Ну, я хочу. Это же весело, мы в прошлой школе играли. Круто вам, но у меня Джексон. Если выпадет поцелуй... Если даже выпадет поцелуй, то это игра Флорида. Девочки, я участвую в этой игре. Кайли, нет, конечно, это игра для взрослых. Ладно, давайте продолжать. Не поняли, в чем проблема? А по-моему, нет проблем, у нас сейчас тренировка. Вы вообще в журнал тренировок смотрели? Из журнала тренировок вас вычеркнула Карен. Мы ей приказали. Девочки, вы это слышали? У нас, оказывается, появились королевы, которые приказывают вычеркнуть. Вы приказали вычеркнуть, а мы вписали себя обратно. Знаете что, придете через час, когда у нас закончится тренировка. Это Джилл вам приказала. Брысь отсюда! Я сейчас с Карен такое сделаю. Она что, обалдела? Этим девчонкам придется не сладко. Не дадим им спуску. Будем каждый день их ставить на место. Чтобы знали, что на нас уже не нарваться. Как ты посмела? Как ты посмела? Что посмела? Что уже не так? Писать вампиров в журнал по тренировкам. Тренировочный зал общий, понятно, Гвен? Послушай, Карен, что ты себе тут возомнила? Стоишь тут не маму. Ты что, забыла, кто мы такие? Или забыла, как в прошлом году получила от нас? Я вас больше не боюсь, ясно? А журнал я вам не отдам. Карен, а ты серьезно заступайся за вампиров? Наши чемпионки это, маньячки! Это еще подлиза. Хоть кто-то в этой школе на нашей стороне. Круто. Лили и ботаны. Вот, смотрите. Мальчики, что за игра? По-моему, вы должны быть на тренировке. Мы успеваем все. И игры, и тренировки. Слушай, Грейс, разберись со своими дочками. Они заняли наш тренировочный зал. Нам пора тренироваться. Сейчас время тренироваться команде вампиров. А вы можете потренироваться на улице, чтобы через 10 минут здесь был порядок. Как же она меня бесит. Сирена, сегодня игра в бутылочку. Ты придешь? Еще не знаю. Мы придем, мы тоже хотим играть в бутылочку. А эти никчемные тоже приглашены? Это кто? Новенькие! Не называйте их никчемными, они нормальные девчонки. Белла, скажи своим подругам, если они хотят играть в бутылку, пусть приходят с хорошим настроением. А можно?
Можно, с вами будет веселее. Ну все, сегодня будем играть. Хоть бы мне вывел поцелуй с Трэвисом. Я тоже играю. А тебе кто-то нравится? Нравится, но я не скажу. Ну что, девчонки, вы подумали? Да, мы в игре. Отлично, ждем. Тогда ждите, парни. Сейчас только Кайли к мамочке Грейс отведу. Я тоже хочу. Кайли, через пару лет ты будешь играть с нами в эту игру. Кайли, тебе пора. Yes! Ну что, поиграем с этими крошками? Поиграем. Маме ни слова. Окей. Кайли решила, что ей нужно подтянуть математику. О, моя Кайли. Пока мама свободна, позанимаемся. А мы пойдем, мамочка. Девочки, 30 минут я буду заниматься с Кайли, а потом урок. Удачи, сестры. Мы поняли, мама. Где же девчонки? Мы здесь. Кровососы, все готовы? Да! Ну давай, Трэвис, крути! Кручу! Бен, ты! Я вижу! Ну что, Бен, правда либо действие? Правда! Ну что, кто хочет задать вопрос Гвен? Я хочу задать вопрос, Гвен. Ты же не против? Задавай вопрос, белобрысая. Ты задай ей самый каверзный вопрос, чтобы она опупела. Гвен, у тебя что, в детстве была травма? Именно поэтому ты сейчас ходишь и изливаешь на всех свою злость. Ого, что она ответит? Ей все боялись задать этот вопрос. Поскольку в этой игре нельзя обманывать, я скажу правду. Да, у меня была травма. Я проиграла битву вампиру-полукровке. После этого я всегда злая. Интересно узнать имя того полукровки, который уделал Гвен. Трэвис, крути бутылку, чтобы она выпала на Флориду. Кручу. А сейчас я отыграюсь. Девочки, кажется, сейчас моя очередь. Правда или действие? Действие, действие. Нет, девочки, я выбираю правду. Гвен, можно я задам вопрос? Нет, я задаю вопрос. Флорида, какие у тебя планы на моего брата Джастина? Ничего себе, не думала, что она задаст такой вопрос. Флорида? У меня нет никаких планов на твоего брата Джастина. Джастин, успокойся. Флорида уже меня бесит. В моем сердце мой бойфренд Джексон. Джексон? 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 Так, ребят, предлагаю разрядить обстановку и продолжить. Итак, кто следующий? Белла! Правда или действие, Белла? Действие. Действие. Тогда покажи нам всем, как ты сильно любишь своего рассвета и поцелуй его. Ничего себе, спасибо за такое приятное действие. Рассвет. Белла. Какая-то у них слабая любовь. Может, они стесняются. Трэвис, крути бутылочку. Бутылочку кручу, играть хочу. Не, ну, ребят, вы знаете, я выберу действие. Этот Тео такой смешной. Я хочу еще больше посмеяться. Так что, Тео, если ты выбрал действие, поцелуй Сирену. Ну что, Сирена, готова поцеловать красавчика Тео? Удачи, Тео! Нет, не готова. Да за что? О май гад, Тео, мне тебя жаль. Она меня никогда не полюбит. Белла, ты вообще ненормальная. Что это было? Я думала, будет смешно. Ну что, продолжаем? Все готовы? Да! Бутылочка, крутись! Джилл! Девочки, я выберу действие. Хорошо, Джилл. Правда или действие, Джилл? Действие. Она выбрала действие, Тил. Загадай поцелуй со мной. Ладно. Джилл, ты должна поцеловать Оливера. Ну давай, Джилл, удачи, расскажешь, как оно. Расскажу. Что
Давай, Оливер, хоть тебе повезло. Джилл, это будет самый лучший вечер в моей жизни. Круто, но мы целуемся или как? Мы целуемся. Ну что, ты счастлива? Очень. Вот бы бутылочка выпала на меня. Хочу поцеловать Урса. А я Трэвиса. И кто у нас будет следующий? Джилл, я думаю, если она выберет правду, мы много чего узнаем. Она как сундучок с тайнами этой школы. Лили, правда или действие? Я выбираю правду, потому что я ни с кем не хочу целоваться, потому что для меня здесь все уроды. Ого! Что в этой школе произошло с чарлидершей Ванессой? За Ванессу ни слова, понятно? Просто нарвалась на охотника, что непонятно? Девочки, да, на охотника. Они врут, я чувствую. Может, заглянуть им в память? Не нужно, Джилл, они потом сами нам все расскажут. Ребят, давайте помолчим минуту в память о Ванессе. Если что, Ванесса — это единственная девушка, которая нравилась Трэвису. Роберт, кто тебе за язык тянул? Девочки, кажется, пазл складывается. Раньше Гвен хотела мутить с Трэвисом. Мне кажется, Ванессу уничтожил не охотник. Давай, Трэвис, крути бутылку, у меня уже губы слиплись, я хочу целовать. Чёрт, кручу. Роберт. Роберт, правда ли действие? Если выберет правду, вопрос буду задавать я. Правда? Прошу, Квен. Роберт, а ты меня по-настоящему любишь или просто боишься? Молодец. Гвен. Что? Он тебя любит и боится одновременно. Просто я его держу вот здесь. Все, ребят, давайте сменим обстановку. Девочки, снова я. Флорида. Флорида, походу, эта бутылочка тебя любит. Интересно, что тебе сейчас загадают? Давай, Роберт. Правда или действие, Флорида? Знаете что? Если бы я была с вами дружной, я бы выбрала правду. Но пока я не готова раскрыться, поэтому действие. Давай, давай, давай. Подождите, пацаны. О чем я тебя просил? Гвен, прости меня. Флорида, поцелуй Джастина. Что? Это просто игра, это просто игра, Сирена. Ну что, Флорида, ты сильна или слаба? Выполнишь свое действие? Я готова выполнить действие. Прости меня, Джексон, но я не могу показаться слабой. Флорида, мы держим за тебя кулачки. Покажи им, сестра. Нет, если он ее поцелует, то я ее просто прибью. Сирена, успокойся, не порти игру. Мама, закрой глаза. Флорида, это что? Мама, а у нас здесь игра. Грейс, у вас такая красивая дочка. Джастин. О, мамочка сегодня будет в кипише. Флорида влетела. Играть в бутылку вы можете у себя во дворе. А сейчас урок. Флорида, а мы с тобой дома поговорим. Ну так выполнить действие. Действия не будет. Можешь считать, что я слабачка. Девочки, уходим. Сочувствую, Джастин. Это Крис все испортила. Рыжая коза. Обалдеть! Завтра с меня будут все ржать. Нет, Флорида, не будут. Я думаю, и так все поняли, что это из-за мамы. Девочки, я задерживала маму как могла. Обалдеть! Флорида сегодня облажалась. Но Джексон бы мне этого не простил. Личный дневник. День 6. Сегодня я облажалась. И это первый раз в жизни.